Итак, ребята, сейчас я вам попытаюсь объяснить, как делать фулл-кап на плоскоче. Ну, в общем, теорема простая. Если ты умеешь уже делать фулл-кап стабильно, ну, это основное правило. Если не умеешь, даже не кидайся пока на фулл-кап, потому что вряд ли получится, либо получится очень убого. В общем, все, ты умеешь ванэнти, фулл-кап, ты решил научиться фулл-кап. Что тебе для этого нужно? Сначала для того, чтобы... Сейчас. Это, кстати, Игорь, если что. Чтобы научиться фулл-кап. Все поняли, да? Прыгайте на ванэнти, едите фейки. И лучший момент, перед кручением вы должны зацепку рулем, знаешь, сделать. Ага. Она дает как бы тебе толчок оттолкнуться. Ну, это почти незаметно, не знаю, это у меня в голове так работает. Нет, сыграли. Это именно теорема, как делать на фрикостере, без бичей и так далее. Потому что на кассете все это можно... Это похоже на треху просто с прямого? Или, ну, или нет, не это все равно другие ощущения совершенно. Типа нужно все равно немного повернуть рулем, чтобы да, придать, ну, вращение. Изначально, да, вам это поможет. Потом можно и без этого, но, не знаю, это даже делать настолько резко и незаметно, что, мне кажется, хорошая такая помощь при крутке. Как лучше всего научиться фулл-кап? На плоскоче. Просто можно вообще сначала на минимальных ходах отталкиваться от стены, не знаю, и пытаться просто максимально закрутиться и держать корпус ровно. Ну, то есть велосипед не клонить бок, а то частые ошибки, ты крутишься, у тебя как-то удачно крутится, ты падаешь просто. Главное, чтобы вы были в одной плоскости, и велосипед был вот, ну, как бы ровно, как корпус, голова как должна себя вести? Корпус, как бы, в принципе, закрутка идет сначала корпусом, ты сначала крутишь. Подожди. Смотреть ты куда должен? В сторону закрута, конечно. То есть, но ты постоянно смотришь это туда? Это основная уже теорема на приземление. Закруток. Ты, да, крутишь, ты уже видишь приземление, голова как бы первая прокручивается на 360, а за головой, грубо говоря, все тело и велосипед идет. Но как бы все по-разному. Некоторые не идут за головой, а просто одним рывком фигачат. Ну, у кого сколько дури, вот как Рома, например. Может, я не умею фулл-кап, поэтому я у него спрашиваю, как делать. Хочешь, я покажу, как я делаю? Давай. Сейчас посмотрим на это уебанство. Ну, было близко. Видишь, я ему немножко рассказал, у него уже почти получилось. Ну, нужно прыгать вверх, как бы. Ну, немного вверх и немного вбок. Смотрите, сейчас вам покажу. Оп! Все, научился. Если он научился, то научитесь и вы. Ты сказал вверх, я чуть пятеру сейчас не сделал. Ну, может, типа, файвкап попробовать? Ты вообще, блядь, файвкап сделаешь как-то нехуй. У тебя дури, блядь, как у слона. Как слово слона. Рано слишком. Я только на кассете делал файвкап. И в оппозитов свою. Да. Надо заставить. Через час уезжать, потом надо хуярить все. Да, все, мне на поезд. Я сделал как мог, если хуёво. Я отпущен. А сколько? Мне за это не платили. Максон, сделай. Сделай халфкап. Халфкап? Фулкап. Ты куда? Неплохо вы, кстати, симметрично сейчас сделали. Я чуть не сдох, блядь, сейчас, еле остановился. Короче, все. Всем удачи, блядь. Пока. Как это называется? Как? Стабильность.